Тут, конечно, не приляжешь, пожмешь только руку. Мои поздравления. Я уверен, что Курсовет будет идти вперед семимильными шагами. Да? Хорошо. Ну что ж, микрофон. Спасибо, дядя Саша. Добрый предновогодний вечер. Хотелось бы начать со слов, что, в принципе, в такой праздник, в преддверии такого праздника всегда подводят итоги. Но мой путь в Студсовете как председателя только начинается. Запланировано много мероприятий. Также будет продуктивная работа во всех важных студенческих направлениях для развития нашего вуза. Но наша основная миссия как студентов – это, во-первых, хорошо учиться, во-вторых, качественно и на высшем уровне представлять вуз на городской и международной арене. Я бы хотел сказать вам, дорогие студенты, удачи в предстоящей сессии, а руководству выразить большую благодарность за такую возможность нам всем вместе собраться за одним столом, сблизиться, сдружиться и стать единым хорошим рабочим коллективом. Спасибо всех, с Новым годом!